Наши предки считали, что теплое солнечное 8 мая обещает нам жаркое лето и хороший урожай. Если верить синоптикам, то нас ожидает ясная безветренная погода. Утром плюс 9, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью плюс 11. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно. Утром плюс 10, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21, ночью плюс 11. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В столице ясно. Утром еще плюс 9, но уже к обеду потеплеет до плюс 22. Ночью плюс 13. Ветер северный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.